Да что там у вас? Нападение? Да нет, у меня мама пропала. Хочу. Антон, это мафия. У них таких бабулечек сотни, они работают за еду. Здравствуйте, я по поводу мамы. Ну давай, заходи. От меня ты чего хочешь? Ром, там Илья. Хорошо быть добрым за чужой счет. Они там вообще поиском людей не занимаются. Фильмов пересмотрела. Как засунуть его туда, вы додумались. А как вытащить, мозгов не хватает. Главное, нахрена? Убедиться. Убедились, дальше что? Ты слышишь?